знаешь, если они оттуда войдут, то мы хорошо встанем. Не, ну они вот так вот пройдут, а дальше... That the European Union strongly condemns the horrific act of terrorism which was carried out in the theater on Melnikov Street here in Moscow last month. As President of the Justice and Home Affairs Council of the European Union, I would like to express our deepest sympathy for the large number of civilians which was held hostage, their relatives, and the Russian people. Taking innocent civilian people hostage is a cowardly and a criminal act of terrorism which cannot be defended or justified for any cause. В ходе переговоров стороны отмечали, что международный терроризм в настоящее время является наиболее опасным явлением, угрожающим всеобщему миру и безопасности, и подчеркивали необходимость согласованных действий в борьбе против терроризма. Российская сторона предложила сконцентрировать внимание на разработке под эгидой Организации Объединенных Наций Кодекса защиты прав человека от терроризма и на выработке универсального определения понятия терроризма как особо опасного международного преступления.